И когда уже был свет и вода, суша и воздух для дыхания, когда цветы и травы устлали землю, и полноводные реки потекли по извилистым руслам, когда величественные горы протянули свои вершины к небу, а небеса, моря и долины изобиловали жизнью, когда земля стала совершенно по форме и устройству, только тогда получила она в дар венец творения Божьего. Быть человеком, жить на планете по имени Земля. Состояние это привычно и знакомо, как песня из далекого детства. И также загадочно, как те силы, что запечатлевают мелодию в детской памяти и позволяют юным пальчикам двигаться в гармонии и согласии. Размышляя над загадками человеческого тела и мозга, древнегреческий трагик Софокл провозгласил: «Неисчислимы чудеса этого мира, но нет ничего более чудесного, чем человек». Двадцать четыре столетия научных изысканий лишь подтвердили правоту древнего мудреца. И хотя многое уже известно о природе зрения и осязания, памяти и эмоций, в жизни мы редко осознаем, как удивительно сложно и мудро мы устроены. В здоровом состоянии организм человека работает так четко и бесперебойно, что практически не напоминает о себе. Давайте же ненадолго отвлечемся от окружающей суеты и бросим взгляд лишь на некоторые из бесчисленных, жизненно важных чудес, происходящих внутри нашего тела и мозга. Возможности наших рук, феномен речи, вечный поиск истины и смысла жизни – все это поможет нам понять то существенное, что делает человека самым замечательным существом на Земле. Неисчислимые чудеса этого мира. От начала времен человек, мужчина и женщина, являют собой вершину трудов Создателя и предмет его главной заботы. Смотрите, вот самая первая ниточка в ткани человеческой жизни. Оплодотворенная яйцеклетка. С нее начинается развитие нового живого существа. На этом этапе уже определены все черты будущего ребенка. При
Примерно через 30 часов эта удивительная клетка начинает делиться. Проходит несколько часов, и клеток уже 4. Потом 8. Новое поколение клеток продолжает делиться, и число их каждый раз удваивается. Процесс деления ускоряется, и уже на 6-й день быстро растущий эмбрион готов прикрепиться к матке. К началу 3-й недели клетка эмбриона начинает группироваться в различные органы. Формируется позвоночник, голова, зарождается мозг. На 35-й день уже бьется сердце. От него теперь зависит жизнь крохотного существа размером с каплю воды. Через 7 недель, когда эмбрион еще не достиг в длину и 2 сантиметров, у него уже есть весь набор органов. Наблюдая развитие будущего человека в последующие месяцы, нельзя не вспомнить прекрасные и мудрые слова, сказанные Давидом в одном из псалмов. Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Родился человек. Еще одна жизнь перешла из прежнего мира в новый. Каждую секунду это чудо повторяется на Земле 4-жды. Из единственной клетки, не больше булавочной головки, появились шаги и смех, любознательность, надежда и безграничные возможности. Родился человек, и мир обогатился еще одним шедевром творения. Но чем больше мы узнаем о сложном комплексе клеток, тканей и органов, составляющих организм человека, тем сильнее наше удивление и восхищение. Возьмем лишь несколько примеров. Один из признаков гениального творения – его безотказная и зачастую незаметная работа.
Это верно и в отношении величайшего архитектурного шедевра на Земле, замечательной конструкции, что находится у нас под кожей. Человеческий скелет. 206 костей, соединенных между собой хрящами и тканями. Опорный каркас тела, идеально приспособленный к потребностям и условиям земной жизни. Одно из основных отличительных свойств человека – прямохождение. Опора только на задние конечности требует немалой силы и особого чувства баланса, но при этом дает бесспорные преимущества. Впрочем, скелет не просто опора для тела. В отличие от жестких конструкций, возводимых человеком, наш остов создан, чтобы двигаться. Подвижность тела достигается прежде всего благодаря сложной системе гибких суставов. Они имеют идеальное устройство и бывают различных типов. Шарнирные, шаровидные и цилиндрические. Каждый из них покрыт слоем великолепной жидкой смазки и имеет поверхность, которая за всю жизнь практически не изнашивается. Различные по строению и назначению, наши суставы позволяют достигать гибкости, порой превосходящей даже самое смелое воображение. Исаак Ньютон писал: «В отсутствии всех прочих доказательств, один лишь большой палец вполне убедил бы меня в существовании Бога. Наблюдая, как работает рука, нетрудно понять восхищение Ньютона и многих других мыслителей этим совершеннейшим в природе инструментом». При максимальной подвижности наши пальцы не имеют мышц. Их приводят в движение сухожилия, соединенные с 35 остальными мышцами ладони и предплечья. Рука обладает уникальным свойством. Большой палец противопоставлен остальным, что позволяет руке выполнять 58 различных движений. Это тонко настроенный инструмент, исполняющий главную партию вечной симфонии ловкости и силы.
Вы слышите гул самой длинной и самой важной на земле реки. Ее русло протянулось почти на 100 000 километров. Ее назначение – поддерживать жизнь во всех уголках огромного мира, каким является человеческий организм. Кровеносная система – это животворная река, которая могла бы 2,5 раза опоясать земной шар. Ее роль в жизнеобеспечении организма невозможно переоценить. В течение дня каждая из примерно 100 триллионов клеток нашего тела получает из кровеносной системы все необходимое. Кислород, вода, питательные вещества доставляются либо непосредственно током крови, либо особыми кровяными клетками. По этим каналам эритроциты, красные кровяные клетки, проходят путь от сердца до кончиков пальцев и обратно меньше, чем за 60 секунд. Местами канал так узок, что они могут пройти в нем, только выстроившись в цепочку. Смотрите и удивляйтесь, ибо вы сейчас увидите то, что мало кому доводилось видеть. Внутреннюю полость живого, бьющегося человеческого сердца. При весе всего около 300 граммов и размерах всего с кулак, сердце представляет собой механизм, равного которому нет в природе. При каждом сокращении открываются и закрываются 4 клапана, каждый не толще бумаги, но долговечнее металла. Работая в безошибочном ритме, они регулируют движение крови по сосудам. В нормальных условиях человеческое сердце перекачивает около 5 литров крови в минуту. В сутки это составляет до 8 000 литров, а за всю жизнь 225 миллионов литров. Достаточно, чтобы заполнить состав цистерн длиной в 40 километров. Несмотря на огромный прогресс современной науки, работа сердца все еще остается для нас загадкой. Клетки сердечной ткани, удаленные из органа и помещенные на предметное стекло микроскопа, продолжают пульсировать, словно живые машины, каждая в своем ритме. Но проходит время, и они входят в физический контакт друг с другом. И тогда в несколько минут их пульсация синхронизируется, приближаясь к ритму биения сердца. Как это происходит? Электрические сигналы от каждой клетки каким-то образом упорядочиваются, переходя на общую частоту. И перед нами вновь совершается непостижимое чудо жизни. Разумеется, есть существа и сильнее, и проворнее человека. Многие обладают более острым слухом и большим изяществом движений. Но ничто в мире не может сравниться с человеческим телом в разнообразии функций, в широте возможностей и целесообразности строения. Ход человеческой истории последние 6 000 лет определялся прогрессом науки, техники и искусства. Но как невелики эти достижения, каждая из них меркнет в сравнении с источником их породившим – человеческим мозгом. Его довольно невзрачная внешность скрывает огромные возможности. Трудно поверить, что в этом сгустке ткани, по плотности напоминающий плавленый сыр весом чуть больше килограмма и величиной с небольшую дыню,
зарождаются все наши мысли и действия, наша память, наши мечты. Мозг по праву называют самым сложным и загадочным образованием во Вселенной. Как же он работает? И каковы его возможности? К ответу на эти вопросы наука еще только подходит. Передовые методы исследования мозга дали начало многим новым открытиям. Залив мозг пластиком и разрезав его на тысячи слоев толщиной в бумажный лист, ученые получают срезы сложных структур, неповторимых, как отпечатки пальцев. Рисунок каждого мозга уникален. Последовательное фотографирование срезов и ввод данных в компьютер позволяет составить карту мозга, раскрывающую его удивительные свойства. Складчатая поверхность мозга, его кора, отвечает за работу сознания, зрения, слуха и двигательного аппарата. Здесь же берут начало виды деятельности, отличающие человека от остальных живых существ. Творческое мышление, рассудок, речь. Углубляясь в кору мозга, мы попадаем в область наших чувств и эмоций. Еще глубже располагаются центры, контролирующие важнейшие функции – дыхание, ритм сердца, давление крови. Подсчитано, что один человеческий мозг заключает в себе большее количество связей, электрических схем, чем крупнейшая в мире компьютерная сеть. Как заметил доктор Роджер Спери, Нобелевский лауреат, у нас в голове действуют силы стольких уровней, сколько нет ни в одном равном объеме Вселенной. Человеческий мозг. Тайна весом в 3 фунта. Высшее из проявлений беспрерывного цикла жизни на Земле. Каждую минуту бодрствования в нашу жизнь врывается пестрый поток мыслей и ощущений, воспоминаний и эмоций. Из них складывается то, что мы называем сознанием. Благодаря им мы воспринимаем окружающее и осознаем себя в этом мире. Из всех функций мозга, пожалуй, самой важной и самой сложной является его умение осмысленно обрабатывать сигналы, поступающие как из организма, так и из внешнего мира. Представьте себе, каждую секунду наш мозг воспринимает лавину из более чем сотни миллионов отдельных сообщений, большинство из которых поступает от органов чувств. Одни навязчивы, как шум городского транспорта в часы пик, другие, такие как ощущение часов на запястье или шляпы на голове, практически не привлекают внимания. Но независимо от интенсивности, каждый сигнал, посланный органами зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания, потенциально требует немедленной реакции мозга. Теперь попытайтесь представить, что бы с нами стало, если бы нам пришлось сознательно реагировать хотя бы на 1% информации, миллионами частиц которой снабжают нас только зрение и слух. Это все равно, что пытаться смотреть сразу сотни телевизоров, настроенных на разные программы. В мудрости своей Бог наделил наш мозг защитой от избытка информации, по большей части бесполезной. В нашей повседневной деятельности мы просто не можем позволить себе беспрерывно думать о том, удобно ли сидит носок на ноге, или реагировать на малейшие колебания температуры. Предохраняя наше сознание, мозг отсеивает все лишнее, сообщая нам только те данные, которые, вероятнее всего, окажутся нужными.
Природу этого феноменального свойства следует искать глубоко в стволе мозга. Каждое сообщение, посылаемое органами тела, сперва проходит через небольшое плотное скопление нервных клеток. Здесь происходит анализ, сортировка, оценка и отбор информации со скоростью более 100 миллионов сообщений в секунду. Лишь несколько сотен наиболее важных сигналов допускаются в отделы мозга, управляющие сознанием. Из них только единицы побуждают нас к действию. Этот процесс продолжается беспрерывно на протяжении суток, позволяя нам сосредоточенно работать даже в присутствии многих отвлекающих факторов. В боевом порядке звена, мое место всегда справа. Главное в нашем деле это точность. Ее-то мы и стараемся продемонстрировать. Под словом «точность» майор военно-воздушных сил США Дэйв Каммонс подразумевает выполнение фигур высшего пилотажа на сверхсовременном самолете при скоростях до 1000 км в час. Это захватывающее зрелище – результат совместной работы двух аппаратов сложнейшей конструкции – реактивного истребителя F-16 и человеческого мозга. Когда я начал готовиться к полетам, я попал к очень опытному инструктору. То, чему он меня научил, казалось невозможным. Приходилось усваивать массу информации, постоянно отрабатывать новые приемы. Порой просто приходишь в отчаяние. Но со временем появляется навык, да и своих товарищей успеваешь хорошо узнать. Так что многое мы делаем уже автоматически. И такие маневры в воздухе стали, можно сказать, нашей второй натурой. Этот процесс хорошо известен. Всякое новое для нас действие, простое или сложное, после многократного повторения становится привычным. Где бы мы ни находились, на высоте 3000 метров или на земле, скажем, в стенах школы, наш мозг повсюду проявляет уникальную способность к обучению. Конкретные процессы, лежащие в основе феномена обучения, еще не до конца изучены. Ясно одно. Когда мы бодрствуем, мы учимся практически беспрерывно в школе, в вузе и в повседневной деятельности. Учимся всю жизнь, от рождения до смерти. Пожалуй, нигде фантастическая способность мозга впитывать, хранить и использовать информацию не проявляется с такой силой, как в присущей только человеку речевой деятельности. На сегодняшний день ни одна теория не дала точного объяснения тому, как дети учатся говорить. Можно лишь утверждать, что в любой национальной и культурной среде процесс овладения родным языком проходит одни и те же этапы. В возрасте примерно 1 года, предварительно поупражнявшись не один месяц, ребенок начинает соединять звуки, складывая из них свои первые, самые простые слова. К началу 3-го года жизни плоды обучения еще более впечатляющие. Словарный запас ребенка уже насчитывает от 3 до 6 тысяч слов. Из них он составляет вполне осмысленные, хотя иногда не совсем правильные предложения. С этого момента темпы обучения многократно ускоряются. К 5-6 годам ребенок овладевает большей частью словарного запаса взрослого человека, а также основами грамматики и правилами построения предложений. Это позволяет ему использовать тысячи слов и фраз для выражения самых разнообразных мыслей и переживаний.
Потенциальная емкость человеческого мозга превосходит его способность к обучению. Все наши знания закодированы в этих крохотных нервных клетках, называемых нейронами. Таких клеток в мозге человека около 100 миллиардов. Каждый нейрон соединен с тысячами других, что образует по меньшей мере 100 триллионов связей, каждая из которых соответствует одной частице информации. Для наглядности поясним, что 100 триллионов частиц информации – это содержание 20 миллионов томов или собрание одной из крупнейших библиотек мира. И все это помещается у нас в голове. Можно ли заполнить весь этот объем памяти? Едва ли. Ученые установили, для того, чтобы использовать весь потенциал своего мозга, человеку пришлось бы узнавать что-то новое каждую секунду в течение 3 миллионов лет. Неисчислимые чудеса этого мира. Но нет ничего, ничего более чудесного, чем сам человек. Мы привели лишь несколько примеров на уровне клетки, ткани и органа и убедились, что наше тело заключает в себе множество удивительных творений рук Божьих. Вместе они составляют сложнейшие физиологические и психические системы, безупречная работа которых и поддерживает нас жизнь. Но познание биологических процессов, происходящих в нашем организме, лишь первый шаг к постижению тайн человеческой сущности. Помимо функционального совершенства тела и мозга, Бог наделил нас стремлениями, выходящими далеко за пределами элементарных потребностей выживания. Это одно из самых впечатляющих и запоминающихся произведений. Мелодия, оркестровка, навеянные красотами австрийских пейзажей и вдохновляющие рефрены находят путь к сердцам слушателей вот уже почти 200 лет. Музыка эта создана человеком, для которого мир утратил звуки. Людвиг ван Бетховен, один из величайших композиторов, сделавший революцию в музыке. В возрасте 27 лет, почти в расцвете своего творчества, он начинает терять слух. В последующие 20 лет болезнь неумолимо прогрессирует и приводит, в конце концов, к полной глухоте. Мой слух, самая совершенная моя часть, сильно поврежден. Год за годом я питал надежду на выздоровление, но теперь вынужден смириться с недугом. Какое унижение, когда кто-нибудь рядом с тобой слышит отдаленный звук свирели, а ты ничего не слышишь. И все-таки у меня недостает духу сказать людям: говорите громче, кричите, ведь я глух.
И все же, несмотря на болезнь и глухоту, музыка в душе Бетховена не хотела умирать. Напротив, она полилась стремительным потоком, и гений его проявлялся еще полнее, чем прежде. 7 из 9 симфоний, десятки концертов и сонат, созданные на клавишах памяти и воображения, вдохновленные несокрушимым духом и решимостью до конца использовать свой дар, чтобы послужить людям. Терпение. Вот что должно вести меня теперь. И сдаваться я не намерен. Это всегда тяжело. А служителю искусства тяжело вдвойне. О, Боже! Ты видишь мою душу и знаешь, что она всегда была полна любви и желания делать добро. Мне представляется невозможным покинуть этот мир прежде, чем я совершу все, что мне дано совершить. В гениальных творениях Бетховена и в скромных пока успехах юного музыканта мы безошибочно узнаем те многие качества, которыми Бог наполнил жизнь человека. Английский писатель Гилберт Честертон однажды сравнил человека с деревом. Корни его в земле, тогда как ветви устремлены в небо. Сравнение очень верное. Хотя наш химический состав роднит нас с прахом земным, Бог наделил нас волей и решимостью искать в жизни нечто более значимое, чем пища, кров и чувство безопасности. Полноценная человеческая жизнь – это непрерывная тяга к знаниям и открытиям, неустанное стремление понять, как устроен мир. Как ни одно другое существо, человек может мыслить и творить. Мечты и надежды ведут его к высочайшим достижениям. И глядя на мир, он смотрит и внутрь себя, потому что, как писал в Ветхом Завете Экклезиаст, Бог вложил мир в сердце человека. А вместе с тем, способность размышлять о вечных проблемах жизни и смерти, и о величии Творца. Когда я взираю на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, что есть человек, что ты помнишь его. Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью увенчал его. Господи, ты испытал меня и знаешь, все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты знаешь его совершенно. Ведение твое высоко. Не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего? И от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их. Стану ли исчислять их,
но они многочисленнее песка. В словах этих мы сегодня черпаем истину и надежду. В человеке, в его теле, разуме и духе раскрылся величайший замысел Творца Вселенной. Ибо поместив нас в мир, изобилующий совершенными формами и замыслами, Создатель дал нам не только физические и умственные возможности, необходимые для исследования Земли. Он заложил в самую глубину нашего естества уникальную способность постичь его бытие и ощутить его безмерную заботу о нас. Ты испытал меня и знаешь, ибо ты устроил внутренности мои. Славлю тебя, потому что я дивно устроен.